всегда хорошие. Всегда рад, возвращаюсь в Москву, вижу любимых фанатов, команды. Я очень рад, что команда опять выиграла. Рад видеть старых друзей, солдатов, с которыми терпели вместе, всех руководства. Спасибо всем болельщикам команды, что меня пригласили. Буду возвращаться. Пусть все боятся ЦСКА, они чемпионы. И, конечно, с другой стороны, все будут играть как против чемпиона. И все будут стараться доказать, что они не хуже. Про ЦСКА говорить, в принципе, неинтересно. Команда всегда заряжена на победу. Любой сезон начинает в любом статусе, в любых соревнованиях в статусе фаворита. Поэтому будем надеяться, что смогут в этом году подтвердить успех в Евролиге. 2 года подряд выиграть это не удавалось уже на протяжении многих лет никому, никакой команде. Надеюсь, что у них это получится. Я скучал по Москве.